Привет, привет! Мы приехали погулять в Ашан, в Оби, в Мегу, Икею. Но сейчас мы пойдем в KFC. Я люблю KFC, а сын мой любит Макдональдс. Сейчас приедем. Покажем вам, какие цветочки продаются. Да, на второй. Какие цветочки продаются. Сейчас мы видели очень красивые елки. И сейчас покушаем. Да, покушаем. Пойдем. Пойдем покажем, где ты любишь играть, бегать. Пойдем. Вон он, KFC и Макдональдс вместе. А вот там мы любим играть на пианино. А вот там бегать. Там вообще прикольно. Травка зелененькая. Пойдешь, да, сначала покушаем. Ну все, мы заходим кушать. Ждите нас. Покажи, какую игрушку тебе. Ай, будешь мандарины давить на Новый год, да? Ну, куплю, конечно. Давай кушать. Прикольно играть, бесплатно. Всегда много детей. Раньше такие мячики были. Тряпичные, прикольные. Ну, наверное, убрали их или украли. Умничка, умничка. Давай, я люблю. Давай. Давай. Вот этот вот плед. Вообще прикольный, сейчас модные они. Но, блин, дорого. 13 тысяч. Нет, спасибо, мы смотрим. Видела, что матки ниток продают. Но... Ну, пока. Не знаю, не спрашивала пока. Хочу купить вот эти матки и связать. Плед классный получится. Но 13 тысяч это... Ну, для меня это дорого. Ирочка из Греции. Видишь, вон Пандора написано. Вот там я все узнала. О твоем браслете. А это мы заходим в Икею. Нет, я хочу играть. Я могу играть. Сейчас, мам. Ну, сейчас посмотрим, пойдешь. Там закрыто уже, они до 9. Вот здесь прикольно, бесплатно ребенка. Заводишь, ну правда, паспорт, все документы. Смотрите, там это огромное количество шариков. Сыночка, закрыто, пойди он дальше. У меня кто-то спрашивал про хои. Сейчас, если найду, покажу. Вот белая ель, 500 рублей. Какие большие, красивые.
Надо же, какие шикарные. 550 рублей. Пойдем. Что-то Икея вся пустая. Все разобрали. Сейчас найдем. Уже все готовятся к Новому году. Амарилис 350 рублей. Ну, хой нету, я только наблюдаю елочки разные. Как мне их жалко, если честно. Вот красивые такие. Пушистики, смотрите. Так, она называется Араукария. Да ну, мне так и не нравится. Короче, я не наблюдаю орхидей, елочки, Новый год. Так, так, я что-то не поняла, вообще нету орхидей в Икее. Какая прикольная. Тилансия. Ну, видите, это тилансия, которая в земле растет. Мне они нравятся, но нет для них места. А так очень красивая. Получается 800 рублей. Прикольная такая шишечка. Мантуриумы. Короче, орхидей нет. А мы идем в сказочный домик. Матюш, можешь присесть. Ай. Прикольные гномы. Ты прям как Санта-Клаус. Она не качается, это не кресло-качалка. Прикольно. Да, я поставлю, чтобы красиво было. Это мы уже пришли в Оби. Здесь все ремонт. Нам нужно вот туда до самого конца. Сейчас дойдем и покажу вам. Это мой самый любимый отдел. Красоту навели. Ну, смотрите, в Икее вообще никаких, а здесь и башмачки, и мини, и башмачки Мауди, розеточки. Ой, они все залиты, вода. Ох-охо. Мауди, американцы. Но цена на них. А цена американец 1300. Какой красивый. Ой, малыши такие крупные.
Они разные, смотрите, здесь вот он, а здесь пятнистый. Ой, какая у них это, прям можно я пальчик туда засуну? Ой, прям лакированные. Матюш, дай я покажу. Смотрите, как блестят. Значит, получается, ага, три вида. Даже вот раз, да, два. Это уже другой. Три. И Мауди 4. Мауди такие крупные. Ну, хочу сказать. Конечно, розеток мало. По одной 1300, ну. Ой, котлея какая красивая. Красавица. И какой пушистый кустик. 1000 рублей. Слушайте, всегда в обе по 2000 котлей. Пока не пахнет, но я думаю, запахнет. А вон, смотрите, Мауди с двумя цветочками. Ой, не Мауди, господи, башмак, американец. Не знаю, американец или нет. Две котлеи получается. Зиги. Брасси. Камбри, мельтонии, дендробиумы. Вон какая красивая мельтония. Так, сейчас я с другой стороны обойду, вам покажу. Вон красавец. Небольшие-большие цветы. Блин, как жалко, что мои погибли. Вот это вот пахнет, господи, вкусно, с каким-то перцем. Ну и стоит 1900, но красавицы. Мои все погибли. Мельтонии. Ну Мауди, ой, не мучу, заела Мауди. Башмаки вообще классные. О, какая прикольная. Смотрите. Получается, вот она так и блестит. Надо же, я впервые такую вижу. Смотрите. Синие, видишь? Покрасили их. Смотрите, какая прикольная. Там вон... А, слушайте, тут, походу, две. Вот, видите, вот такой. А вот здесь уже другой цветок. Или мне чудится? Да нет, что-то я не поняла. Мне кажется, тут просто два растения. Так, я вижу, сын. И так. Нет, два разных растения в одном горшке. Что, прикольно. Кому-то повезет. Цена, ну да, 1900. Но они разные, прикольно. Было бы так во всех горшочках. Два разных растения. Ну, башмачки, прям кто любит башмачки, приезжайте, я считаю, недорого. Сына, ну, пожалуйста. А, я хочу покататься. Покатаешься, я тебе обещаю. Здесь хочу. Ну, пока, пока. Все, осталось 3 минуты. Сейчас. Thank you.
Так, я там вижу цимбидиумы. Это искусственные, но все равно ярко смотрятся. Так, ну хвои я не вижу. Не вижу. Так, цимбидиумы. Он какой красивый. Ну их так далеко ставят, что просто не залезть. Вот какой красавчик. Ай-яй-яй. Смотрите какой. Он или из горшка вывалился. Но, скажу вам, мокрые. Смотрите как. Он походу с горшка вывалился. А может нет, не знаю. Ой, ну я его не достану. Ой, бедные малыши. Огромные просто. Я его, смотрите, в воде. Ну, нет, мне кажется, у него такая посадка, что ли. Шикардосный. Я думаю, ну, гнилые там, конечно, есть, но вот так вот даже не видно. Сына, вот осталось 4 минуты, и мы уходим. А. Ноги устали? Сейчас мы уже все, я тебя посажу на тачку, и мы с тобой покатим. Белый, рыженький. Ну вот тот, что вот я показывала, просто капец. Ну вот здесь тоже прям корни вылазят. Я ребят, простите, поднять не смогу, они настолько тяжелые. Так, я достала. Так, 1700. 1700. Я его бедного не буду ставить обратно. Пускай хоть вода чуть-чуть стечет. Много мини. Смотрите, какие большие цветочки. Очень сложно снимать на телефоне, не фокусируется. Нужно нажимать, так что сразу прошу прощения. Вот мультифлорка. Красавица. Вон. Сколько у нее ветвлений. Это что за красавчики желтенькие? А, это искусственные. Да, искусственные. Мандарины украсили. Пойдем туда, там есть... Классные, классные уценки. Посмотрим. О, смотрите. Кто у нас любит непентасы? Ай, смотри, какие кувшинчики, видишь? У тети Иры, она знает, что из них пьет? Сок Миши Гами варит и пьет. Нет, я тебе, тете Ире, покажу канал. Ты же знаешь, что она снимает? Ты же видела ее сегодня новое видео? И вот у нее такие кувшинчики. И она варит сок Миши Гами и пьет. 2000 получается. Сына, не трогай, нельзя играться так. Кто-то же купит. Я устал. Ты устал? А? Ой, что делать? Коляску. Ну, коляску возьмем. Тачку возьмем. На тачили поедем. Так, это... Это у нас уценки. Так, розы. Помните мою розу? Мама вынесла в коридор, украли. Ну, дай бог, чтобы в хорошие руки попала. Так, значит, фаленопсисы. У нас мокрые. Цена зарисована. Ну, на кассе нужно узнавать 80%. Елочки бедные. Вот мне всегда, честно, елок жалко. Всегда. Я не знаю. Ну, наверное, ценок больше нет. Ну, все, сейчас выйдем и пойдем. Я устал идти. Устал? Да. Идти. Сейчас, подожди, нам надо одной тете посмотреть
хвои. Такие елочки. Сейчас. Здесь розочки. Когда их так много, как красиво смотрится. Так. Сосны. Так, вон они, хвои сейчас. А вот красные розы. Так, это что у нас? Можжевельник. 700 рублей. Так. Так, у нас кипарисовик Левсона. 2000. Но вот это вот, не знаю, мне всегда казалось, что вот это хвоя. 2000 получается. Он такой. Сантиметров 80, наверное, куст. Потерпи. 3 700. Так. Пихта плюс украшение. Ну, короче, не знаю. Елка. Почему пихта? 49 000. Ну, она правда громадная. Такой таз. Таз на рынке такой стоит 300 рублей. Я бизнесом займусь. Я шучу. Для меня это елки трогать нельзя. Это ни в коем случае. Ну, как бы вон там еще какие-то пихты. Подожди. Не пихты, пихты. Не, ну это не пихта. Кипарисовик. Ну вот 2000. А вот это вот ель канадская. Ага, 6000. Ну все, пойдем. Смотри, какая елочка красивая. Купим Валеру, сделаем, да. Ну потерпи. Вот еще такую покажем елочку. Вот. С варигатными иголочками. Сколько стоит? 1700. Ну все, пойдем, пойдем. А, смотрите, какая прикольная. Я впервые такой сорт вижу. Получается желтая с красным, с темно-бордовым, с зелеными листьями. Не листьями, а цветочками. Прикольная. Блин, не добраться туда, к сожалению, не дотянусь. Хочешь полежать? Ты же устал. Ложись, полежи, отдохни. Ложись, да. Ну что, здесь остаемся? Нет. Нет. Здесь и птички живут, поют. Давай здесь останемся. Тебе кататься, мне цветочки. Все счастливы. Я хочу водить. Ну, пошли, пошли. Вот олени, вот. Смотри, какое волшебство. Класс. Смотри, какой красивый вот этот вот. 26 000. Я еще могу согласиться вот на вот это вот. Вай, какая красота, Матюша, ты с волшебным оленем в сказочной стране. А смотри, сказочное дерево. Да? А вон олень и Санта-Клаус, видишь? Дерево вообще прикольное. А сколько дерев? 11 000. А вон какая сакура. Ай, красота.
Слушайте, мне вот эти деревья понравились. Самое простое тут. Простой бумагой замотано. Обычное. Можно самим сделать. Кто рукастый, тот точно сделает. 8000. Не, сына, я не рукастая. Пойдем еще туда вокруг обойдем. Там знаешь что? Вон какие домики прикольные. Я раньше собирала их, а потом... Сказочный городок. Ох, что все высоко не достать. Вон какие елки красивые. 33 тысячи. Мне очень понравилось. Сейчас покажу. Вот эта вот елка просто 19 тысяч. Ну, недорого, я считаю. Один раз купил на много лет вот это. Мы даже шли с улицы, и я увидела ее. Вот с улицы. Очень красивая. Что? Очень. Сына, там нельзя выйти. Вот она даже среди всех отличается. Прям сказочная красавица. А есть поменьше такие же. Вот. Вот. Но все равно, если брать, я считаю, брать большую елку. Маленькую. Вот у меня маленькая есть, а... Не то. Снег, да, белоснежные. Нашей бабе всегда нравились такие. Ну, сына, там вход закрыт. Пойдем, пожалуйста, вот так. Вон сколько игрушек сказочных. Ну, все, мы уходим. Пойдем в Ашан за Валерой. А вон Санта-Клаусы, смотри. Ой, снеговики и Санта-Клаусы. На, покажи. Вот так вот держи. Вот так вот. Так. Да, покажи. Сына, вот так вот. Ай, Матвей вам показывает. Матвей сказал, будет блогером. Будет маме деньги зарабатывать. Будешь мне деньги зарабатывать? Ну да. Ну спасибо. Ну все, давай. Все, все, все сказали тебе спасибо за такую красоту, что ты показал. Это мы в Ашане. Очень-очень быстро. Матвей, скажи всем пока. Пока-пока. Очень-очень быстро, потому что 5 минут осталось до закрытия. Ну, вот такие цветочки. Ух ты, какие, смотрите. А, ну, крашеные. Ну, прикольные. Все крашеные. Так, очень-очень быстро. Ну, без изменений. 1500, мельтония 845. Так. Так. Ну все, мои хорошие. Всем пока. Пока-пока.